В общем, мы приехали. Да, мы приехали, и самое интересное, что мы потеряли чемодан. Ну, мы его вернем, сейчас мы в поисках писчи. Да, мы прошли еду. Да, мы сейчас пройдем. В общем, такая вот... Короче, говорят, что в Таиланде, если загадать желания, они обязательно сбываются. А так как у тебя день рождения, нужно загадывать желание такое, чтобы оно точно сбылось. Но оно должно быть нематериальным, оно должно быть духовным. Духовно? Поэтому, да. Духовно. Хорошо. Быть богатым. А, например. Загадываешь? Давай. Ура! С днем рождения! Ура! Ну что? Ага. Смотри, какая у тебя классная. Брядюли-брядюлечки, всем привет, всем здрасте. Челябинск здесь, Ростов здесь, Израиль тоже здесь. Братцы, Костюшкин поет. Костюшкин. Родной. Накачанный. Гламурный Костюшкин.
Ой, братцы, я хочу сказать, что мой день рождения прошел удачно. Спасибо этой планете за то, что она есть. Спасибо за эти пальмы, спасибо за этот песок, спасибо. Нонька, спасибо тебе за все. Ты самая удивительная в мире женщина. Я тебя очень сильно люблю.